В ногу со временем в Пензенской области с этого учебного года иначе выстраивают работу по воспитанию детей. Это делается в рамках федерального проекта, который теперь внедрен во всех образовательных учреждениях области. Раньше он реализовывался на пилотных площадках. Как показала практика, в 50 школах региона, где действовала инновационная программа, выросли показатели эффективности работы. Принцип такой, что убирается все лишнее из воспитательной работы, что, ну, откровенно говоря, направлено на показуху, и что отнимает время на отчетность и на планирование и у педагогов, и у администраторов, и у детей. И остается только то, что научным образом на основе корреляции доказало свою связь с обеспечением развития детей, чтобы им было это интересно, чтобы они имели активную роль. Наработанным опытом в части реализации проекта педагоги поделились с коллегами на межрегиональном форуме, который прошел на базе школы номер 74 Пензы. Выбор площадки для встречи не случайен. Образовательное учреждение является флагманом по организации воспитательной работы в области. Система воспитания требует определенных модернизационных вещей, то есть изменений. И прежде всего надо понять, насколько эффективна воспитательная работа. То есть эта технология стала инструментом, замерителем, опознавателем тех дефицитов в работе педагогов, которых нам не хватало или которых мы не имеем. Сейчас, используя технологии, мы понимаем, в каких местах у нас идут недоработки. Кроме пензенцев, в форуме приняли участие педагоги из Калининграда, Липецка, Оренбурга, Республики Мордовия. Еще представители 11 регионов присоединились к дискуссии в дистанционном формате.